А сейчас о невосполнимой утрате. На 80-м году ушла из жизни заслуженный учитель Марзия Турлыханова. Прощальная панихида прошла в Алматы в спортивном комплексе «Достык». Проводить в последний путь любимого педагога пришли тысячи людей – друзья, коллеги и ученики. Долгие годы мы работали вместе. Ее ученики всегда были в первых рядах, занимали ведущие места на предметных олимпиадах. Марзия Турлыханова была очень сильным математиком, внесла весомый вклад в развитие казахстанского образования. Марзия Турлыханова – заслуженный учитель КССР, почетный работник образования, заслуженный деятель Казахстана, профессор. Свой трудовой путь она начинала учителем математики в селе Урджар Восточно-Казахстанской области. Была заместителем директора школы, затем возглавила многопрофильную казахскую гимназию. Позже открыла свою частную специализированную школу «Булашак». В числе многочисленных наград Марзии Айтбаевны имеется и медаль за заслуги перед спортом Казахстана. Ее супруг Булат Турлыханов – известный казахстанский борец, а сын Даулет – заслуженный мастер спорта СССР. Она была прекрасным человеком, ее теплоты хватало на всех. Вы видите, сколько людей сегодня пришли проститься с ней. Никто не хочет верить в то, что такого замечательного человека, как Марзия Айтбаевна, больше с нами нет. Педагог с большой буквы, любящая мама и бабушка – все это о ней. Память о ней мы будем хранить трепетно.